Темой беседы стало обсуждение новых перспектив сотрудничества между Владимирским регионом и Республикой Беларусь. На протяжении нескольких лет их связывает тесное сотрудничество. Так, еще с 1998 года Владимир породнился с Бобруйском, а в 2007 году этот город стал побратимом Мурома. И уже несколько лет между 33-м регионом и Республикой Беларусь действует соглашение о сотрудничестве. В развитии этого соглашения прорабатывают вопросы двустороннего сотрудничества, такие как использование белорусской сельскохозяйственной техники, программах, направленных на обновление материально-технической базы сельхозпроизводителей Владимирской области. А представители парламентского собрания рассказали о сотрудничестве нашего региона и Беларуси в социальной сфере. Так, владимирские студенты могут учиться в белорусских вузах, ветераны отдыхать в местных санаториях. Несколько лет в Анапе проводится фестиваль творчества юных. В нем участвуют и владимирцы. При поддержке двух стран проходит турнир по боксу. Его проводят поочередно в Суздале и Бресте. А на днях представители парламентского собрания обратились в Министерство спорта России и Беларуси с просьбой рассмотреть возможность его ежегодного проведения. Конкретно мы дали поручение до 30 июня рассмотреть возможность проведения такого мероприятия в рамках союзного, бюджета союзного государства, сделать смету, утвердить ее и подать ее на финансирование в 2022 году попытаться, да, чтобы успеть, для это нужно сделать до 30 июня. В рамках встречи представители парламентского собрания обсудили и другие возможности сотрудничества с Владимирским регионом, например, в области туризма. Представители Республики Беларусь предложили организовать поездки владимирских школьников в Брестскую крепость. А в завершении встречи представители администрации региона и парламентского собрания обменялись подарками.